Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет, дорогие друзья, и тут у нас очередная новость. Ссылки на товары, кстати говоря, вы найдете в описании, так что переходите, смотрите, покупайте. Итак, поехали. Elephone, Alcatel и BlackWave снижают цены на новые смартфоны. Рейтинг популярных приобретений из Китая возглавляют смартфоны в ценовой категории около $100. За скромную, даже по современным меркам, стоимость покупатели получают полный набор характеристик, приравненный к спецификациям топовых устройств. Среди многообразия предложений каждый может найти смартфон с уже предустановленной Android 6.0 Marshmallow или поддержкой сети 4G LTE. Приятным бонусом станет неплохое время автономной работы, технология быстрой зарядки и качественный дисплей с достойным разрешением. В начале сентября мобильный рынок Поднебесный пополнится сразу тремя новинками от Elephone, BlackWave и Alcatel в ценовой категории до 7000 рублей. Первым у нас идет Elephone Ele C1. Данный смартфон оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD, который покрыт прочным стеклом Asahi Glass какой-то там. Так, и 64-разрядный 4-ядерный чипсет у него стоит, MediaTek MT6737, 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ хранилища с возможностью расширения картами microSD. Камеры устройства могут позавидовать и более дорогие модели. 13-мегапиксельный модуль OV8856 поддерживает запись Full HD видео, работает в паре с быстрым автофокусом и двухцветной вспышкой. Новинка в золотистом и темно-синем цветах, доступна для предзаказа по акционной стоимости. Итак, следующий телефон у нас Alcatel K7000. Этот смартфон может похвастать аккумулятором на 7000 мАч толщиной всего 8,6 мм. Производителю удалось добиться этого благодаря использованию встроенного аккумулятора емкостью 2000 мАч и чехла батареи на 5000 мАч. В остальном Alcatel K7000 предлагает те же возможности, что и у конкурентов в этой ценовой категории. Устройство оснащается 5-дюймовым HD дисплеем, процессором MT6737, 2 ГБ оперативной памяти, 16 встроенной памяти, 5-мегапиксельная камера у него основная и 2-мегапиксельная фронтальная. Представила новый 4G смартфон A8 Max. Дополнением ко всему станет цена на $20 дешевле розничной. Эффективный процессор MediaTek MT6737. Стандартный смартфон MediaTek имеет поддержку всех 4G сетей в России и новичков, которые а его автономную работу обеспечивает аккумулятор емкости 2000 мАч, позволяющий аппарату работать до 14 часов в режиме разговора. Производитель Жильпаш решил показать на видео, сколько смартфон проработает при различных нагрузках. Сначала на устройстве 45 минут просматривали фильм и слушали музыку, а затем в течение получаса играли в игрушки и просматривали веб-сайт. Заряд аккумулятора упал всего лишь на 14%. Сейчас в качестве A8 Max можно приобрести дополнительные скидки менее чем за $90. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал. Thank you.